Пришли мы к музею Дали, но у нас на 11:15 на завтра. Вот город Фигерас и вот знаменитый музей-театр музея Дали с его знаменитыми яйцами. Там на той стороне вот купол и башня церкви. Завтра будем смотреть, так необычно. Немножко по-другому себе представлял, а он прямо вот вписан в архитектурный ансамбль города. Вот такое чудо. Музей-театр Сальвадора Дали в городе Фигерас. Фасад музея с такой скульптурой, и вот эта церковь здесь нереальная с колокольней, и малыши играют в футбол. Очень круто. Мечта сбылась, мы в Фигерасе. Но вот эти памятники на тракторных скатах, это, конечно, нечто. Вообще обалдеть. Какое чудо. Да, очень красивое место. Это церковь рядом с музеем. И вот такая вот кафешка. Люди себе сидят. Сейчас вечер. 8 часов вечера. Люди все тапосы кушают. Очень красивая локация. Дождик прошел, так здорово, тихо. И свежий воздух. А сзади музей Дали, который мы пойдем завтра смотреть. Супер вообще. Какое сегодня красивое небо. Вид на горы. Крыши. Фигерас такой классный. Вообще обалдеть. Совсем по-другому себе представлял место расположения театра музея Сальвадора Дали. Но вот он такой.